Спортивная жизнь Сургута бьет ключом, а ты не в курсе? Подключайся к программе «Спортлайн». Самые свежие новости, эксклюзивные комментарии на телеканалах «Сургут Интерновости Плюс», «СТС», «ТВ-центр», «ТВ-3». На старт! Внимание! Марш! Сегодня стартовал еще один турнир по боксу на призы объединенной профсоюзной организации «Газпром Трансгаз Сургут». В наш город съехались более 200 юных спортсменов в возрасте 9-13 лет. Помимо сургутян, в соревнованиях принимают участие боксеры из Лентора, Мегиона, Ноябрьска, Нефтеюганска, Нового Уренгоя и других муниципалитетов Югры и Ямала. Бои будут проходить в течение 3 дней. В субботу состоятся полуфинальные поединки. В воскресенье в спорткомплексе «Факел» пройдут решающие схватки. Начало в 11 часов. У них уже зарождается сегодня не просто желание, у них уже сегодня формируется характер и определение в этой жизни, как пойти. Пойти по спорту, пойти просто в оздоровительном плане. Но в любом случае это все приводит к одному результату. Это нормальный сегодня сформировавшийся характер, который не позволит себе ничего плохого и наоборот сегодня укрепляет наше общество и вселяет в нас, во взрослых, именно хорошее, нормальное будущее и уверенность в том, что это будет действительно так. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.